Сегодня были официально запущены две железнодорожные линии Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубарколь. В торжественной церемонии принял участие президент страны Нурсултан Назарбаев, прибывший в Жезказган с рабочим визитом. На строительстве магистрали было задействовано 10 тысяч человек, а еще 3 тысячи получили постоянную работу. Это событие знаменует собой создание казахстанской части транзитного коридора от Китая до Европы. Время доставки грузов теперь сокращается более чем в 3 раза. И это совершенно новый потенциал, использовать который мы должны в полной мере, отметил в своем выступлении президент. Отмечу, общая протяженность железнодорожных линий превышает 1200 километров.